Благодарю, Андрей Владимирович. Глагольте. Глаголем. Одну минуточку. Заминка с протоколом. А зрители могут пока угадать, кто станет чемпионкой в этой номинации. Итак, в этой номинации у нас было 5 участниц. 5 участниц, они все на сцене. И на 5-м месте Данишевская Оксана, номер 42, клуб «Молтак». Борис. Нет, «Молтак» — это в Красноярске. Вы уже отправили на рис девушку. Нет, это из Красноярска. На 4-м месте Юлия Фишер, номер 52, клуб «Step by Step», Красноярск. Тройка медалисток осталась у нас. И просьба на центр сцены поставить девушек на задний план сцены. Это требует церемония награждения. Третье место и бронзовую медаль получили сегодня Марина Волкова, номер 49, клуб «Максимус». И тишина. На втором месте. Кто победил-то? Зал. О, как вы хорошо разбираетесь в бодибилдинге. Сейчас посмотрим. Второе место участница под номером 43. Бектимирова Лилия. Step by step. Можно в судейство садить ползала. Ну а чемпионкой становится Виктория Рытвина, номер 39. Поздравляем, Виктория. Можно положить грамоту на сцену. Я еще помню времена, когда мы фит-моделям вручали короны. Но с коронами они потом плохо справлялись, и мы решили больше не вручать короны. Начали вручать медали и кубки. Барышни, пожалуйста, приобнимите друг друга за талии. Чуть ближе друг к другу. Вот так, кучнее. Красота. Фото на память. Только девушки с медалями остаются на сцене. Пожалуйста. Можно взять в зубки медали. Фото на память. И только чемпионка с кубком в руках на сцене. Поздравляем вас! Сегодня, так понимаю, вы еще поборетесь за абсолютку. Да, еще в двух номинациях мне показывают фитнес-модели, видимо, и фитнес-бикини. Мы еще вас увидим после перерыва. Поздравляем вас! Проходите за кулисы. И я так понимаю, у нас перерыв.